Всем привет! Меня зовут София Тарасова, мне 15 лет, я из города Киев, и сегодня я пришла спеть на X-Factor. Я буквально позавчера вспоминала, как я смотрела первый, второй сезон, и мне было тогда лет 9, 8, 10, где-то так. И я безумно ждала, когда же мне будет 14 или 15, я уже пойду на кастинг, я так хочу. В очікуванні X-Factor Соня часу дарма не втрачала. Без дівчинки не бувало жодного співочого змагання. Я зайняла серебряне второе место на детском Евровидении. В 13-м году я выиграла детскую новую волну в Артеке. Потом Санремо Джуниор в прошлом году в Италии, Гран-при. И Берлинер Перл, это в Германии тоже конкурс серьезный есть. Соня зібрала всі можливі нагороди дитячих конкурсів. Дівчинка з нетерпінням чекала віку, коли зможе нарешті позмагатися із дорослими. І цей час настав. Сонечка, да. Ти виглядиш намного круче, ніж на 15 років. Могу тобі сказати одразу. Спасибо. Ти учишся ще в школі? Да, учусь в школі. І о чому ти мечтаєш? Мечтаю о тому, щоб быть счастливым человеком и заниматься любимым делом всю жизнь. Так ты ж пришла вот именно в то место. Зрители знают уже, у нас седьмой счастливый сезон. Я убедилась, что во мне есть силы, и я вот сейчас к вам приехала на кастинг, такая вдохновленная, вот надо еще на X-Factor пройти, и тогда я вообще буду счастлива. Здравствуйте. Здравствуйте, София. Здравствуйте. Сегодня хочу исполнить песню под названием «Please Don't Make Me Love You» из мюзикла «Дракула». Угу. Давайте споем. Давайте. Два с половиной года ей поставили уже абсолютный слух, и она была принята в группу одаренных детей в училище Глиера. И аж 6 лет уже все понеслось, так скажем. Уже в 2 года? Пела так, что уже нотки не соврала.
Мне очень понравилось. Браво! Браво! Молодец! Спасибо большое. София, вы знаете, я уже поняла, как к себе прислушиваться, вот когда мне кто-то нравится, вот где моя интуиция. Я как суслик, знаете, выпрямляюсь сразу и слушаю, и слушаю. Мне очень понравилось, у меня мурашки даже пошли по коже. Спасибо большое. У вас есть все, у вас есть весь арсенал красок уже. Вы не выглядите как детский сад, при том, что вам всего лишь 15 лет. Осталось теперь найти какую-то свою изюминку, свое звучание, себя найти, потому что, ну, то есть хватит с вас конкурсов, конкурсантки. Теперь должна родиться индивидуальная артистка. Спасибо за выступление. Спасибо вам большое. Вы, безусловно, очень одаренный человек, безусловно, опережающий, знаете, свой возраст. Есть одна опасность только. Вот всегда в таких случаях, когда человек уже к 15 годам настолько подкован, настолько вооружен всецело и всесторонне, чтобы он не превратился в конкурсный механизм, который прямо вот специально создан для того, чтобы выигрывать конкурсы из года в год и никак не может добиться любви у публики. Пятнадцать лет, 14, 16 – это для меня самые сложные конкурсанты, потому что они действительно еще дети и поют по-детски, и оценивать это сложно. Вот. А вы как бы и поете не по-детски, и выглядите тоже. Не по-детски. Спасибо. Все так круто, что действительно, я думаю, у вас есть все шансы стать звездой. И я просто надеюсь, что вы будете гореть долго. Спасибо огромное. Спасибо. София. Все это нежненько и чистенько, и как-то аккуратненько, и трогательно, правильно? Я скажу вам «да». Спасибо. Спасибо большое. София, я очень надеюсь, что X-Factor станет для вас последней ступенью, где вы сможете найти себя. Говорю вам «да». Спасибо огромное. Я без доли сомнений говорю «да». Спасибо. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы в качестве наставников как раз и сможем показать вам тот вектор, в какую сторону вам нужно развиваться и, собственно говоря, по какой дороге идти к настоящему певческому Олимпу. Поэтому я говорю вам «да». Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, у вас 4, да. Поздравляю. Спасибо. У меня очень красивая внешность. Да, очень красивая. И песню взяла не тривиальную какую-то. Не зря она заняла первое место на «Новой волне». Угу. И на Евровидении второе. Молодец, браво, молодец. Спасибо. Я очень за тебя рада. Я хочу, чтобы зрители увидели еще одно лицо в нашей галерее счастливых людей 7-го сезона.